Итак, дамы и господа, мы продолжаем. И промоутерская компания ОФС представляет вам двухраундный бой в промежуточном весе 68 килограммов. В синий угол клетки добро пожаловать, боец из Москвы. Встречайте, Ильфат Амиров! Москву. Встречайте, Муса Абдулкеримов! We'll be right back.
Ему 25 лет, рост 172. Дайте свет, пожалуйста, в октагон. Спасибо. Рост 172 сантиметра, вес 65,5 килограммов. Его профессиональный рекорд – 6 боев, 5 побед и только одно поражение. Мастер спорта по комплексному единоборству. Победитель международных турниров по ММА. Чемпион России по комплексному единоборству. Представляющий клуб единоборств номер один из Москвы. Встречайте, Ильфат Ампиров! А вот его соперник в красном углу. Бойцу 22 года, рост 173 сантиметра, вес 68,4 килограмма. Профессиональный рекорд 3 боя, 3 победы. Чемпион Дагестана по ММА. Чемпион Москвы по грэпплингу и ММА. Победитель Кубка мира по ММА. Представляющий бойцовский клуб «Крепость» из Москвы. Муса Абдулкеримов. Рефери боя Станислав Новицкий. Пожали руки. Еще раз напоминаю правила. 2 по 5. Затылок не бить. Пальцы в глаза не тыкать. Пожали руки. По углам. Ну что же, все готово к началу. Ильфат Амиров, Муса Абдулкеримов. Первый раунд. Раздергивает джебом Муса Абдулкеримов соперника. Проводит лоу-кик. Очень хорошо держит дистанцию Абдулкеримов. Еще один лоу-кик. На этот раз акцентирование. Промахивается Ильфат Амиров. Но по-прежнему идет вперед. Понимает, что надо искать счастье в ближнем бою. И вот пытается сейчас перевести своего соперника в партер. Причем очень удачное время для этого выбрал, когда Муса оказался у сетки. Отступать было некуда. Можно было двигаться только в бок, но не успел Муса. И перевел Ильфат соперника в партер. Пытается сейчас выйти на боковой контроль. Призывает уже активнее работать Ильфата, но, конечно, там тяжело освободить руки, поскольку очень грамотно Муса Абдулкеримов защищается. Кстати, говорил в интервью, что считает своим слабым местом именно партер, и это то, чем он активно занимается. Все свободное время, отрабатывает приемы в партере, защиту, болевые удушающие приемы. И мы видим, что не прошли ударом тренировки. Поднялся Муса Абдулкеримов. В стойку наносит боковой удар хороший на выходе и вновь уходит на безопасную для себя дистанцию. Пытается пробить хай-кик, но, к сожалению, мимо. Промахивается сейчас Ильфат Амиров. Но вскользь приложился. Да, вот здесь бороться, конечно, Абдулкеримову не стоило с Ильфатом Амировым. Снова оказывается на спине, на конвасе. И снова надо выбираться. Пока вяжет, очень удачно вяжет соперника. Но, конечно же, за защиту победы не дают. Надо работать активнее, наносить удары. Но сейчас задача у Абдулкеримова выбраться. А выбраться, как мы понимаем, не так-то просто. Закрыл замок Муса. Вот пытается сейчас молотками пробить Амиров. Обрабатывает корпус. Но также не было четких акцентированных ударов. Поэтому рефери бой прерывает. И сейчас возобновится он в стойке. В правосторонней стойке работает Абдулкеримов, в стойке левши. И, безусловно, это накладывает определенные проблемы для Амирова. Но я думаю, что Амиров готовился под соперника и уже прекрасно понимал, с кем ему предстоит встречаться. Вот сейчас проваливает очень удачно Амиров своего соперника и пытается перевести в партер. Захват довольно-таки неплохой, пытается зайти за спину, и здесь будет
проводить удушающий прием. Почему бы нет? Да, захват хороший. Есть все возможности для проведения удушающего. Пока сдерживает руку, Абдулкеримов защищает шею. Но, тем не менее, захват все-таки удается Амирову. Здесь, к сожалению, непонятно, сумел ли вставить подбородок Абдулкеримов. Если да, то можно стерпеть. Если нет, то осталось недолго Мусе. Но, тем не менее, выбирается Муса из одного захвата, затаскивает Ильфат уже его в другой. Очень непростая ситуация. Рефери, конечно же, бой пока не прерывает, поскольку позиция очень выигрышная для Амирова. Я бы даже сказал, козырная, поскольку он очень хорошо работает в партере. И это то, к чему он стремился на протяжении половины раунда. Но защищается Абдулкеримов очень и очень хорошо. Очередная попытка провести удушающий. Вновь мимо. Не получается у Ильфата провести четкий захват. 10 секунд остается до конца раунда. И поднимается Муса Абдулкеримов. Сам идет уже в атаку. Наносит удар с колена. Но пропустил там навстречу. И бойцы пожимают друг другу руки. И уходят отдыхать. Да, напряженный раунд. Напряженная пятиминутка. Если бы не эта концовка, где Амиров пытался провести удушающий прием, где наносил удары, пусть и не с очень выгодной позиции, не с позиции маунта, то я бы абсолютно точно отдал бы этот раунд Абдулкеримову. Но за счет вот этой работы, за счет работы в партере и постоянного оказывание давления в партере, проведение удушающего приема, я думаю, что все-таки этот раунд был равным. Опять же, очень многие судят по концовке, как она заканчивает, как раунд заканчивается. И если рефери оценивают в первую очередь концовку, то, конечно же, тогда победу можно отдать в первом раунде Амирову. Регламент этого поединка также 2 раунда по 5 минут. Промежуточная весовая категория. Ну вот затянулся немножко отдых. Но, тем не менее, бойцы уже готовы к продолжению. Да, призывают вытереть угол. Где полотенце этого бойца? А нет, тело. Ну да, здесь, конечно, маленькие уловки также возможны. Второй раунд. И второй раунд. Вновь раздергивает Абдулкеримов соперника. Конечно, у него подлиннее конечности, и это его преимущество. Он понимает, что первым номером можно не работать, можно вытягивать соперника на себя и уже отрабатывать контратаки. Но и Амиров это прекрасно понимает, поэтому пытается что-то неординарное придумать. То есть не идти в атаку тривиально, а искать необычные способы нападения. Поэтому и такая небольшая затяжка. Очень легок на ногах Абдулкеримов. Постоянно перемещается, и даже вот мы видим, меняет стойки. Но все-таки связать Амирову удалось соперника. И вот сейчас борьба у сетки, что очень любят
борцы греко-римского стиля. Работа в клинче. И оттуда уже перевод в партер. Пытается захватить ноги Амиров и перевести соперника на канвас. Пока не получается. Пока грамотно защищается Абдулкеримов. И не дает себя перевести. Но, тем не менее, все ближе и ближе к своей цели Амиров. Но здесь рискует, конечно, еще и шею отдать. По-прежнему ожесточенная битва за захват. И подключает Абдулкеримов колено. Очень удачно. И уходит на безопасную для себя дистанцию. Попытка пробить свинг справа от Абдулкеримова, но мимо. Тем не менее, по-прежнему пытается подхватить ноги. И по-прежнему попытки тщетны. Не удается пока Амирову перевести соперника на настил. Хотя, конечно же, позиция очень удобная для этого. Поскольку не может пятиться Абдулкеримов, не может грамотно защищаться в этом эпизоде. И в конце концов мы видим, что Амиров все-таки своего соперника повалил на канвас. Здесь подключает левую руку, наносит удар. Но позиция гарда. Позиция гарда. И сейчас мы можем увидеть то, что так долго и упорно тренировал Муса Абдулкеримов. Пока мы видим только от него защиту. Максимально сдерживает соперника, связывает, сковывает его движение. Мы не видим попыток проведения болевых или удушающих приемов. А вот вновь пропускает Абдулкеримов. И снова можно говорить о концовке раунда. И вновь Амиров в том же положении, что и в первом раунде. Вновь наносит удары. Атакует, пусть и не всегда удачно, пусть и не все удары доходят до цели, но, тем не менее, это попытки, они, конечно же, засчитываются. И даже вот эти попадания вскользь, они, конечно же, идут в актив Ильфату Амирову. Хаммерфисты с небольшой амплитуды. Не удается пока Абдулкеримову подняться, хотя мы слышим, что призывают Ильфата именно встать в стойку. Однако зачем? Все хорошо и так получается. Он наносит удары, периодически отдыхает. И ничего менять ему не нужно, поскольку вот эти эпизоды, безусловно, его сопернику судьи не отдадут. Поэтому пока рефери бойцов не поднимает, имеет смысл поработать так. Работает по этажам. Амиров наносит удар как в корпус, так и в голову. Очень удачно сейчас была атака справа. И вот призывают активнее в концовке поработать. Есть для этого все у Ильфата Амирова. Вновь попадает в корпус и в голову. Расстроен, безусловно, Муса Абдулкеримов. Не удался ему этот раунд. Концовку вновь он проиграл. А это был последний раунд. Регламент все-таки был 2 раунда по 5 минут. И сейчас мы уже услышим вердикт судей. Победу, но я думаю, что все-таки Ильфат Амиров за счет второго раунда и более точные работы в партере этот бой выиграл. Ну, давайте послушаем
Что решили судьи? Раздельным решением судей победу одержал Ильфат! Да, Ильфат Амиров одерживает победу, пусть и раздельным решением, но все-таки победа есть победа. Поздравляем Ильфата, действительно заслужил. И аплодисменты его сопернику Мусею Абдулкеримову. Фото на память.